Зритель любит детективные фильмы. Приятно смотреть картину, заранее зная, чем она кончится. И вообще, лестно чувствовать себя умнее авторов. Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их прекрасном городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны. 7 городов оспаривают это точно так же, как 7 городов называют себя родиной Гомера. Надо сказать по секрету, что неизвестно, где происходила эта история. И происходила ли она вообще. Итак, как вы заметили, стояла темная ночь. Неизвестный очень старался остаться незамеченным. И это ему удалось. Здесь было так темно, тихо и пустынно, что невольно хотелось совершить преступление. Звоните на пост номер 206/В. Есть. Перекрыть все шоссе. Есть. Срочно доставьте мне снимки отпечатков протектора. Есть. Таня, а вы узнаете про отпечатки пальцев? Итак, из одного района угнана 3-я по счету машина. Действует одна и та же рука. Опытные и умелые. Максим Петрович, эта рука действует в хлопчатобумажных перчатках фабрики номер 8. Тогда это не Федька Золотой Зуб. А что показал анализ масла, которым преступник так любит поливать петли гаража? Масло оказалось рафинированным. А вы заметили, Таня, что во дворе, где произошла кража, и рядом на улице ночует много безгаражных машин. Да. А украсть машину, которая на улице, ведь легче, чем из гаража. Это вы очень точно заметили. Вот если тут применять учение Станиславского о сверхзадаче, возникает любопытная мысль. Преступник идет по пути наибольшего сопротивления. А почему?
Вот раскрыв его сверхзадачу, мы поймаем преступника. Это грандиозно. Товарищ следователь, я забыл сообщить одну деталь. Может быть, она поможет. Да, я вас слушаю, товарищ потерпевший. У меня на левом заднем крыле гвоздем процарапано неприличное слово. Подождите. Так, какое? Здравствуй, Люба. Я вернулся. Товарищи, побыстрее заполняйте машину, не скапливайтесь в хвосте. Юрий Иванович, вход в троллейбус с другой стороны. Иду. Здрасте, Яков Михайлович. Здрасте, деточкин. Ну, как ваш дядя из Душанбе? Дядя? Плох. Так, в прошлый раз была тетя из Молдавии. Двоюродная сестра. Нет, вы же сказали... Она скончалась. Так, все мы смертны, деточкин, все мы смертны. Ну, а если бы люди не умирали, то мы бы... Не смогли страховать на случай смерти, это верно? Правда. Ну вот. Вы не станете отрицать, деточкин, что я проявляю к вам чуткость и заботу. В каждом случае, когда заболевают или умирают ваши родственники, я предоставляю вам отпуск за ваш собственный счет. Вы на редкость чуткий руководитель. Здравствуйте. Правильно. Правильно, деточкин. Но родственников у вас очень много. Да, да, да. А штатных единиц у меня очень мало. Понимаете, ваши отъезды срывают нам план. Я нагоню? Да. Поймите меня, деточки. Я не могу ставить родственные интересы выше общественных. Ведь меня же за глотку возьмут. Я нагоню. Ну, идите и нагоняйте. Иночка, меня вчера остановил милиционер. Доверенность недействительна. Почему? Потому что должна заехать и заверить ее в нотариальной конторе. Прошу. Распишитесь, пожалуйста. Дима, распишитесь. Иду. Ай, собственно, я сам не знаю, зачем страхую свое имущество. А пожары? Обидно будет, если такое имущество и сгорит безвозмездно. Дима, а может быть, нам застраховать нашу машину? А вы купили машину? Да. Да. Пожалуйста. Страхование индивидуальных автомобилей производится на случай гибели или аварии в результате столкновения или стихийных бедствий. А на случай угона? На случай угона нет. Юрий Иванович, я не настолько богат, чтобы оплачивать еще стихийные бедствия. А где вы ее держите? Идите сюда. Бежевая. Цвет неброский. А гаража у вас нет? Пока нет. Да вот я все хлопочу, но это трудное дело. Обещают выделить место. Так что гаража пока нет. Но замочек я уже достал.
японской. К нему ключа не подберешь. Иночка, где книжечка? На бензин. Спасибо. Да, трудно подобрать. И отмычкой его не возьмешь. Здесь нужен автоген. А автогеном резать — это такая возня, что... Да, простите. Так, до свидания. Всего доброго. Умница ты моя. Нам не по пути. Как хотите. Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Мысль о том, что 5500 попусту брошены на мостовой и к тому же снабжены колесами, может отравить любую счастливую жизнь. Понять, какие у страхового агента могут быть командировки. Ну, что ты стоишь? Обед готов. Иди мой руки. Что за тяжести ты носишь в своем портфеле? Мама, там все необходимые вещи для работы. На тебя страшно смотреть. Ты так исхудал и осунулся. Эти командировки кажутся мне подозрительными. Я написала письмо в газету, чтобы молоко приносили на дом. Да, корчной выиграл шахматный. Я болела за талию. Он отстал на пол очка. Не смейся над матерью. С приездом, Юрий Иванович. Спасибо, Машенька. Ешь, не сутулься. И эти командировки кажутся подозрительными не только мне. А кому еще? Последняя книга Дюма была кулинарной. Ты ешь луковый суп по рецепту великого писателя Дюма отца. Очень вкусно. Командировки эти кажутся подозрительными Любе. Она права. Она не желает выходить замуж за недотёпу. Это она тебе сказала? Что с тобой? Ой. Нет, нет, не сейчас. Он же только что приехал. Нет, нет, не думаю. В этот вечер Максим Подберезовиков двигался в неизвестном направлении. Из другого конца большого города, в еще более неизвестном направлении, шагал Юрий Деточкин. Они шли навстречу судьбе. Они сближались. У каждого следователя обязательно есть увлечение, которому он посвящает время, свободное от розыска преступников. Шерлок Холмс, например, играл на скрипке. Максим Подберезовиков в самодеятельности.
Развитие народного самодеятельного искусства идет вперед семимильными шагами. Веяния времени коснулись, наконец, и нас, коллективов самодеятельности. Нас стали укрупнять, создавая, так сказать, народные театры. Можно сказать, из клубных команд формируют сборные. Сегодня у нас торжественный день. Мы создаем сегодня новый народный театр. Я надеюсь, что это будет крепкий организм, сплоченный. Товарищ Деточкин, не суетись, сядь на место. Зачем? Здрасте. Который пойдет к творческим победам. Простите. В гостеприимных стенах нашего Дома культуры созданы все условия, чтобы люди разных профессий приобщались к мельпомене, которая была, как известно, эти музой. Наш, в частности, народный театр создается, так сказать, из двух дружественных коллективов. Из коллектива милиции и из кадета шоферов. Я узнал вас. А, это не я. Это ж вы говорили. А судьи кто? Я про судьи ничего такого не говорил. Говорили, говорили. Это же вы играли Чацкого. Чацкого я? Я совсем забыл. А теперь мы вместе с вами будем играть в одном спектакле. Я очень рад. Я тоже. Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... Ну, это не важно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он, правильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Звание народного театра ко многому обязывает. Кому мы только не играли в своих коллективах, лучше не вспоминать. Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира? И замахнемся! Транзисторный приемник «Альпинист», аккуратнее попрошу вас. Простите, кто из вас Дима? Я Дима, в чем дело? Я от Олега Николаевича. Какой Олег Николаевич? Приятель Леонид Ощи. А, слушаю вас, в чем дело? Вы пишете? А, да, пожалуйста. Сколько скоростей у этого проигрывателя? 3, 78, 45 и 33. Пожалуйста, направо в кассу. Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий? Вот есть очень хороший, отечественный. Спасибо, отечественный не подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько. В чем дело, гражданин? Смотрю. Что, в зоопарке, что ли? Вон телевизор, смотрите. 50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия. Да. Нужно попридержать. Телефончик оставьте. Хорошо. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, мне Беломор. Беломора нет. Ну, что у вас есть? Дайте тогда сигареты, друг. Пожалуйста, 30 копеек. Вот. Пачку помера. Пожалуйста. Спасибо. Такси! 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 Будьте любезны, умоляю, я опаздываю. Это ваша машина? Нет. Но вы шофер. Нет, нет. А что ж тогда здесь делаете? Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете. Ну тогда, пожалуйста, угоните вместе со мной. Я опаздываю на поезд. Вы что, действительно опаздываете? Да. Садитесь. Спасибо. Только вы становитесь соучастником. Хорошо, хорошо. На Курский вокзал. Вот, я вас предупреждал. Ух ты, барюга! Я не вор, я опаздываю на поезд. Пожалуйста, вот мой билет. Подготовился? Держите, вы посмотрите, какой предусмотрительный. Не пускайте. А? Милиция! Милиция! Наконец-то, скорее, поймали жулика, пытался угнать мою машину. Прошу вас, скорее, держите его, держите. Кто владелец? Отойдите. Я. То есть мы поймали вора. Я не вор, я опаздываю на поезд, а он у меня отобрал билет. Ваши вот документы? Билет. Пожалуйста. Билет, пожалуйста. И ваши? Что? И на машину. Документы. Разбираться будем не здесь. Кто свидетель? Я. А что случилось? Что? Пройдите, пройдите. Я не вор, вор сбежал. К сожалению, я не запомнил его в лицо. Я опаздываю на поезд. Впрочем, я уже опоздал. Держите его. Ваша? Ну что вы, боже сохрани. Ваша? Да я свидетель. Да. В профиль я получаюсь лучше, пожалуйста. Да, так вот, я начну с самого начала. Ко мне сегодня не завезли Беломор. Ну, не завезли, так не завезли. Я уже устал всем говорить, Беломора нет, понимаете ли? А если покороче? Молодой человек, в вашей профессии не надо торопиться. Беломор – это деталь для следствия. Он этот самый человек, который забрался в вашу машину, тоже. Сначала просил Беломор, а потом купил сигареты друг. 30 копеек пачка с собачкой на этикетке. И вот я тогда подумал, а почему он нервничает, а? Почему? Стоп. О чем вы все время думаете? Каждый игрок должен знать свою роль на зубок. И не надо без толков гонять по сцене. Играть надо... головой. Евгений Александрович, я и не надо грубить, а то я вас выведу с поля, с репетиции. Я не грублю. Перерыв! Евгений Александрович, вот это место. Оставьте, ради бога. Оставьте, перерыв. Что я ему, мальчишка, что ли? Да не расстраивайтесь. Дайте что вы курить. Пожалуйста. Вы что курите? Сигареты, друг.
Да-да, сигареты, друг. Собака на этикетке 30 копеек. Вообще-то я курю Беломор, но Беломора не было. Беломора не было, это вы верно заметили, поэтому он и купил сигареты, друг. Кто он? Преступник. Какой преступник? Современный, культурный, я бы даже сказал, преступник нового типа. Что раньше забывали жулики на месте преступления? Что забывали на месте преступления? Кепки, окурки, а теперь вот Шекспир. Да нет, вы не пугайтесь, тут нет пятен крови. Так вы что, следователь? Да, я веду дела по угону машин. Ах, по угону машин. Отпечатков пальцев нет. Преступник работает в хлопчатобумажных перчатках. Но вам это не интересно? Нет. Очень интересно. Понимаете? Нет ни библиотечного штампа, ни... Я говорю, нет ни библиотечного штампа, ни фамилии владельца. Знаете, некоторые надписывают свои книги. Знаю, но я не надписываю. Я вам по секрету скажу. В городе орудует шайка, угоняют личные автомашины. За год из одного района угнано 4 автомобиля. 3. Ну вот и вы уже слышали, да? 3. 4-ю угнать не удалось, но скоро с этим будет покончено. А каким образом? Мне удалось задержать одного из членов шайки. Кого? Приличный человек, инженер, жена, врач, 2 детей. Недавно квартиру получил на юго-западе и занимается вот такими делами. А как он выглядит? Такой маленький. Кругленький. Да. И вы его арестовали? Ну, зачем же такая строгая мера? Собирался удрать на курорт, но я взял с него подписку о невыезде. А вдруг это не сообщник, уважаемый человек, жена, врач, 2 детей, квартиру на Юго-Западе, вы лишили его заслуженного отпуска? Чутье мне подсказывает, он не виноват. Но окончательное выяснение дел нескольких дней. Мне уже известны приметы главаря шайки. Высокий, ходит в плаще, в шляпе, с портфелем. И главные приметы. Сутулый. А как вы собираетесь ловить главаря? Товарищ, прошу всех на второй тайм. Нам, пожалуйста, капкан на крупного зверя. На лесу пойдете, на волка? На медведя. На волка. Она шутит. Угу. Да. Скажите, как действует? Сюда кладете приманку. Угу. Приманка-то у вас есть? Есть. Есть, есть. Хищник чует приманку, крадется, крадется. Зверь пойман. Прелесть. Выпишите. Все хорошо? Прелестно, неси мороженое. Умница ты моя. Симочка, ты же не в лесу. Ребята, не отделяться, в коллектив, все в коллектив. Thank you.
цветом. Дима? Она у тебя блондинка. Бежевенькая. Люблю кататься по ночам. Ребята, ребята, хотя я выпил, я за руль не сажусь. Такую пробирку, в которой как вдохнешь, сразу видно, пил человек или не пил. А если пил, лишают прав. Правда? О, моя умница. А я поеду все равно. Симочка, это же не пляж, что ты ложишься же полироком. Такое вино. Слушай, здорово набрался, да? Да. Должен положить себя в горизонтальное положение. Правильно. Люба, это я. Что такое? Что случилось? Люба, понимаешь, кругом понаставили капканов. Боже мой, Господи, Боже мой, что с тобой? Боже, ой, несчастный, мой. Я несчастный, Господи. Мне так не повезло. Преступник дважды покушался на одну и ту же машину. Не случайное совпадение. Я думаю, он хотел угнать именно вашу машину. Резонно. Я об этом тоже догадался. Почему? Оставить капкан на живого человека не следовало. Простите, но вы не сумели нас уберечь от бандита. Пришлось заняться самообороной. Почему он прицепился именно к вашей машине? Вы и меня об этом спрашиваете? Ну, а кого? Вы не подозреваете никого из ваших знакомых? У нас знакомые вполне приличные люди. Ну, может быть, вам кто-нибудь завидует? Почему? Странные вопросы задаете, товарищ следователь. Да, я странен, а не странен кто. Таня, запросите в поликлинике, не обращался ли кто с характерной травмой ноги. Ну что ж, давайте установим наблюдение за вашей машиной. Нет, ну наблюдений не надо. Почему? Не надо, спасибо. Мы уже завтра ставим гараж. Да? А, Юрий Иванович, как не придет? Смотрите, режиссер вам назначит штрафной удар. Ах, нога болит. Ну тогда лежите. Конечно, конечно, нет. Я передам. Выздоравливайте. У кого нога? Это нога у того, у кого надо нога. Ну что ж, звоните. Когда? Когда у вас угонят машину. Новую дачу отбирают. Кто отбирает? Ты что, дурак? Папочка, у Топтунова дачу отбирают. И правильно отбирают. Давно пора. Жульем, допустим, надо бороться. Ну почему он жулик? Человек умеет жить. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семен Васильевич, это его дело. Нет, наше.
Мы будем просто-таки нещадно бороться с лицами, живущих на, допустим, нетрудовые доходы. Умолчи, папочка. А, испугались. Вот дам тебе просто-таки коленом и вылетишь с моего Папа, участка. Мне уже надоел ваш солдафонский юмор. Ну что такое коленом? Ну зачем? А чего ты задаешь, зять? Ты кто такой есть? Это моя дача. Не ссорьтесь, умоляю вас, рабочие услышат. Пускай все слышат, это моя дача. Числится вашей. Но строится на мои деньги. А ты это докажи. Да перестаньте же, ну. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Все, все, не трожь собачку. Машин на им жены, дач на мое имя, ничего у тебя нет. Ты голодранец. Почему? Почему я должен так жить? Господи, за что? Почему? Я человек с высшим образованием должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться. Почему я не могу жить свободно, открыто? Ой, когда все это кончится? Никогда. А что ты вообще имеешь в виду? Ты знаешь, что я могу просто-напросто за это с тобой сделать? Я знаю. Знаю. А, боится. Пожалею его, папочка. Этот тип всегда должен помнить, кто я такой есть. А он рядовой, жулик. Семен Васильевич. Все-таки надо тебе дать коленом. Надо. Надо. Кто там? Люба, это я. Что случилось? Опять капканы? Нет, на этот раз все обошлось. Ну и слава богу. Уезжаешь? В командировку? Сейчас, ночью? Люба, да я не виноват. Приходится, потому что, понимаешь, командировка – это довольно сложное мероприятие. Люба, ну зачем же так расстраиваться? Я через несколько дней вернусь, я тебе оттуда напишу, слышишь?
Люба, я тоже очень огорчен. Видишь? Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, дорогой. Привет. Здрасте. Вы знаете, у нас заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тух. Послушаем. Еще, вы знаете, у нас перегревается правое переднее колесо. Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. Мне кажется, там вы это... Вы отоприте гараж-то. О. Где машина-то? Начальник. Здрасте. Здрасте. Я вижу, вы один едете. Помогите мне, пожалуйста, завести этот драндулет. Завести мотоцикл? Да, никак одному не справиться. С удовольствием. Да нет, аккумулятор подсел. Тысячу раз просил начальство пересадить меня на новый мотоцикл. Да, со старым аккумулятором это не жизнь. Да и не говорите. Ну что, 3-4 взяли? Попробуем. Так, ну, садись. А ну, взяли в разгончик. Ага. В разгончик, в разгончик. Ага. В разгончик. Ага. Ну, стоп. Фу. Я вижу, ты приморился. Немножко. Ну, давай теперь я тебя покатаю. А какой смысл? Слушай, друг, давай подцепим к твоей Волге. У тебя трос есть? А кто его знает, что там есть? Я не помню, я сейчас посмотрю. Так. Ну что? Есть буксир! Хорош! Порядок? Спасибо, друг. Выручил. Ну, о чем разговор? Человек человеку друг. О, точно. Случилась со мной беда, ты мне помог. Случись с тобой беда, я тебе помогу. А вместе делаем общее дело. Ты по-своему, а я по-своему. О, точно. Скажи, друг, где-нибудь здесь телеграф поблизости есть? А тут недалеко. Садись, я провожу. Ага. Оформить отпуск 5 дней в свой счет в связи с внезапным тяжелым состоянием любимого племянника. Заранее благодарен, Деточкин. Так.
Так. Понимаю. Записываю. Все. Отдыхаем? Ага. Что-нибудь случилось? Да нет, ничего, ничего. Кто хозяин? Кто хозяин? Я. Документы на машину. Документы. Извините. Ваши права. А. Погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Детектив без погони – это как жизнь без любви. Он не мог поступить иначе. Деточкин понял, что это конец. Ему захотелось закрыть глаза, но он боялся задавить пионера. Но инспектор тоже любил детей и в благородстве не уступал Деточкину. Thank you.
попался, брат. Да уж, попался. От милиции не уйдешь. Что за черт? А ну-ка, погоди. Ты что такое? Ты погоди, не уезжай. Ну что, брат? Что, что? Да вот опять, понимаешь, аккумулятор. А я тебя предупреждал. Со старым аккумулятором это не жизнь. Да и не говори. Я всегда этого боялся. Будет важная работа, он подведет. Конечно. Вот, не пересадили меня на новый мотоцикл. Сочувствую. Не повезло тебе. Зато тебе повезло. Из нас двоих кому-то должно было повезти. Это точно. Ну так что будем делать, брат? А чего это ты от меня удирал? Привычка. Ты догоняешь. Я удираю. И у меня привычка. Ты удираешь, а я догоняю. Вышел бы, помог завести мотоцикл. Подцепили бы к твоей Волге, как в прошлый раз. Нет уж. Я уже убедился, как ты отвечаешь на доброту. Прости, я уезжаю. Не мешайте же. Запирайте гараж. Приступайте. Подымай. Опускайте. Я всегда говорил, что это талантливый преступник. Может быть, даже он талантливее меня. Этого не может быть. Нет, в жизни это бывает. Ёлки-палки, все деньги одними рублями. Еще не мешайте меня, а то я буду начинать сначала. Пять тысяч пятьсот. Все. А все-таки почему все деньги одними рублями? Это что-то подозрительное. Нехорошо. А вы что? Прокурор, я не спрашиваю, откуда эта машина, почему нет документов. А я могу сказать откровенно. Я угнал эту машину. Могу рассказать, у кого и за что. Я тебе тоже могу рассказать откровенно. Я пастор. Эти рубли, пожертвования ему. Ну, осталось немножко. И вы верите в Бога? Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Будете пересчитывать? Буду. Четыре дорожки, стереофония, элегантный внешний вид. Ну-ну. Абсолютно новый, лично сам проверял. Ну, выписывайте. Я все помню. 80. Как, вы же говорили, 50? У меня изменились личные обстоятельства. Ну, знаете, это просто грабеж. Я не настаиваю, вещь уйдет в секунду. Элегантная вещь. Четыре дорожки, стереофония. Выписывайте. Гражданин, вещь продана, не надо руками трогать. Продана вещь. Почему же все-таки он хотел угнать именно вашу машину? Извините. Пожалуйста, пожалуйста. М? 22. Нету. Барабанные палочки. Ага. Дедушка, сколько лет? Что с тобой? Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй.
Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, Инка, что делать? Что делать, Инка, что делать? Сухари сушить. Дима, не волнуйся. Надо дать следователю в лапу. С ума сошла, в лапу, сумасшедшая. Надо дать много, тогда он возьмет. Молчать! Смирно! Тише, тише. Не допущу, позор! Папа, с твоими поучениями ты бы выступал у себя на рынке. Я торгую клубнику, вырученной своими собственными руками. А за взятки не то, что взять, родную дочь сотру в порошок. Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают. Лет через 10 вернешься другим человеком. Да я тебе говорю! Положь птичку. Жениться нужно на сироте. Пожалуйста. Вы не сомневаетесь, у меня эти деньги есть. Вот, полный портфель. Дорогой товарищ, вы на самом деле хотите перевести эту сумму детскому дому? Да. Вы воспитывались в этом доме? Да. Это ваши личные сбережения? Ну, как вам сказать? В общем, я тоже приложил к этому руку. Здравствуйте, мне Юрий Иванович Деточкин. Погодите, пожалуйста. Я Юрина мама. Очень приятно. Входите в комнату. Я из Народного театра. Я очень довольна, что Юра играет в театре. По-моему, у него есть способности. У него просто талант. Правда? Он не пришел на последнюю репетицию, и мы Голубчик, очень волнуемся. Голубчик, он в командировке. Садитесь. Я ненавижу его командировки. Всегда срывается среди ночи и исчезает. Люба права, тут что-то не ладно. А когда же... Люба, Юрина невеста. Вот я тапочка. Он у меня какой-то несовременный, очень долго за ней ухаживает. Она водит троллейбусы, славная женщина. Они познакомились, когда он пришел ее страховать. Скажите, какие у страхового агента могут быть командировки? Почему он возвращается нервный? Вы знаете... Вы кто по профессии? Я следователь. О, вот вы и разберитесь. Когда я была молоденькой, за мной следователь ухаживал. Но я вышла замуж за красноармейца. А когда он... На нашей свадьбе гулял весь полк. Мы пели «Наш паровоз вперед лети, кому не остановка». Знаете эту песню? Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. А когда же он уехал и надолго ли? Трое суток назад, ночью. И самое поразительное, он приехал к Любе попрощаться на какой-то «Волге». А, ну, взял такси. Нет, он сам сидел за рулем. Разве Юрий Иванович водит машину? Юра 10 лет шофером работал. Потом в аварию попал, у него было сотрясение мозга, он лежал у Склифосовского. Я тоже не выходила из больницы. Врачи посоветовали Юре пока не ездить, и он устроился страховым агентом временно. Ой, я так хочу, чтобы они поженились. Я мечтаю о внуке или внучке, мне все равно. Что с вами? В какой город вы послали в командировку вашего сотрудника Деточки? Я его никуда не посылал. Вы понимаете, какая вещь? У Деточкина есть очень много всяких болезненных родственников в разных городах так. Советского Союза. Вы понимаете, вот я получил недавно телеграмму. Вот она. Вот. Видите, что заболел его очередной племянник. Вот, любимый племянник. И он взял отпуск за свой счет. Максим был вне себя. Воспоминания жгли его сердце. Как ловко скрывал Деточкин свой интерес к розыску главаря. Лицемер. Как он угнал машину при помощи автокрана. Подлый выдумщик, вор, предатель. Он предал самое дорогое, дружбу. И нет пощады такому человеку. Внимание!
Мама, это я. Я только что приехал. Я здоров. Дома все спокойно, никто не приходил. Ты доигрался в своем народном театре. К тебе заходил следователь. Защищайтесь, сударь. Я к вашим услугам. Я имею честь напасть на вас. Где вы пропадали? Какого черта? Я был в командировке. А как здоровье племянника? Какого племянника? Любимого. Волчий капкан, а больная нога, а сигареты, друг. Слушайте, прекратите отсебятину. Во времена Шекспира не было сигарет, друг. Не было. И потом, почему мы перешли на прозу? Подберезовиков. Да? О чем вы все время думаете? Перестаньте. Перестаньте махать саблей. Вот это да. Спокойно. Где он? Очнулся. Живой. Перерыв. Сколько вы продали автомобилей? 4. Допустим, 4. Приличная сумма, целое состояние. Откуда ты такой взялся? Мама такая хорошая, про паровоз поет. Простите, а вы не псих? Нет, у меня и справка есть. Артист. Хороший артист. Я всегда говорил, настоящий жулик, как правило, хороший артист. И осмотрительный. Крали только у тех, кого считали жуликами. Я ведь сразу догадался. Думаете, на суде скостят годик-два со срок? Где прячешь свой капитан? Здесь. Ага. Так. Здравствуйте! Что же вы мне сразу ничего не сказали? Прошу вас вместе с другом перейти в отдельный кабинет. Спасибо, это незачем. Раечка, Людочка! Сейчас принесут свежее пиво, только что завезли, и воблы подадут. А воблы только что поймали. Шутник ваш друг. Да. Скажите, а машин ничего нового нет? Скоро будет. Хорошо. Пожалуйста, кушайте, прошу. Кушайте, прошу, кушайте. Пройдемте отсюда. Побудем еще немного. Если можно. Вряд ли меня будет кормить в тюрьме так, как здесь. Что это такое? Смена белья, на всякий случай. А, ах да, понятно. А это? Справки, квитанции, документы. Какие еще документы? Где деньги? А это и есть деньги. Что? Вы что, переводили деньги в детские дома? Угу. Насколько вы оставляли себе? Ничего не оставлял. Только на проезд и командировочные. Да, дорогой зритель, Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек. А
Они разложили на столе бухгалтерские документы. Это ревизия. Подай им наше фирменное пиво. Первую машину я не продавал. Я ее в Курске, у милиции оставил. Приклеил к ветровому стеклу подробную объяснительную записку, а сам ушел на вокзал и вернулся в Москву. Спасибо. Вернулся в Москву. А со второй машиной вышла несправедливость. Я ее тоже к милиции подогнал. И тоже записку оставил, что ее хозяин жулик. А ее вернули владельцу. Вот тогда я решил продавать. Я тебя люблю. На. Постановление о твоем аресте. А теперь отдай мне. Ну, отдай. Возьми. А теперь я его разорву. Максим, не смей. Юра. Не смей, тебе попадет. Юра. Тебе попадет. Молодые люди, Максим, что это? Ребята, мы друзья. Все в порядке, папаша? Все в порядке, папаша? Все в порядке. Ну, возьми его себе. Я тебе его дарю. До свидания. Заходите. До свидания. До свидания. До свидания. Что? Друг, если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь. Слушай, друг. Не сажай меня до премьеры, прошу тебя. Я тебя вообще сажать не буду. Живи свободно. Понимаешь? Такая роль. Один раз в жизни бывает, понимаешь? Играй премьеру и все последующие спектакли. Последующие не надо. Нет, надо. Надо. Ох ты, лапа. Я пошел к Любе. Под машины поди. Зачем ты это делал? Кто тебя просил? Кто тебя заставлял? Ты посмотри на себя, ведь ты же идиот. Угу. Ты рассуждаешь, как трехлетний ребенок. Ну чего ты уселся? Встань. Ой. Что же делать, боже мой? Ты обо мне подумал? Нет? Нет? Ты ведь всегда только думал о себе. Тебя посадят, Юра. И правильно сделают. Неправильно сделают. Правильно. Нет. Застегнись. Я тебя ждать буду, Юра. 5 лет, 8 лет, 10 лет. Сколько понадобится. Спасибо. 10. Значит, тогда мне будет 46. Да, это, конечно... Боже мой. Любушка. С кем я связалась? Ну, с кем Боже ты связалась? Мой, за что такое? Боже Любушка. Мой. Нет, ты посмотри, только на что ты похож. На Боже мой, похож. Всю жизнь испортил. Юрочка. Thank you.
Юра! Скажите, вы уже слышали, что сегодня опять угнали машину? А вы сегодня в окно не выглядывали? Алло? Алло? Почему молчите? Вы что, в окно смотрите, да? Ну и как? Зачем вы это сделали? С каких пор вы стали угонять машины у честных людей? Где же ваши принципы? Нет. Это машина Стелькина, а он взяточник. Какой еще Стелькин? Это машина известного ученого, доктора наук. Минуточку, я сейчас верю с картотекой. Картотека у него, картотека. Бюрократ несчастный. Это машина Стелькина, а он взяточник. Не может быть. Неужели я ошибся? Вы сейчас же перегоните Волгу ее владельцу. А вам я советую, очень советую, явиться ко мне, как говорят, с вещами. А спектакль? Спектакля не будет. Войдите. Здесь отчет о проделанной работе. Постановление о моем аресте. Добрый вечер. Добрый вечер. С премьерой? Вас также. Мне принесли такой смешной парик. А зачем вам парик?
У вас и так вся жизнь прошла в гриме. Почему это вы говорите о моей жизни в каком-то прошедшем времени? Так завтра ж суд. Вам грозит 5 лет. У меня есть смягчающие обстоятельства, я честный человек. Какие смягчающие обстоятельства? Какие? То, что вы крали машину у одного жулика, а другому продавали, честный человек. В моей работе были какие-то недостатки, а у кого их нет? Вот вы, например, в течение долгого времени не могли меня поймать. Так трудно поймать человека, который ведет двойную жизнь. Всех обманывает, всем врет. Меня всегда это очень угнетало и мучило. Завяжи мне бант. Никакое хорошее дело не может сопровождаться ложью и обманом. Надо же, самовольно вершил суд, творил расправу. Да на каком основании? По совести говоря, все это глупость и преступление. Преступление? Подследственный, вы куда? Значит, ты тоже считаешь, что я виноват? Да. Товарищи, зрители, полный стадион. Прошу всех на сцену. Да, не забудьте сказать, быть или не быть, а вы опять не готовы. Вот Гамлет мой платок. Лоб оботри. За твой успех пьет королева, Гамлет. Но в третий раз, Лаэрт, вы не шутите. Деритесь полной силой. Я боюсь, вы неженкой считаете меня. Вам кажется? Начнем. Простим друг другу, благородный Гамлет. Будь чист пред небом. За тобой иду я. Грацио, я гибну. Мать, прощай. Юра, я здесь! Суда. Деточкин приступил закон. А закон, как известно, шутить не любит. За всю многолетнюю практику у народного судьи не было такого странного, парадоксального дела. По закону Деточкину грозило лишение свободы сроком до 5 лет. Деточкин не просто вор. Он хуже. Он бандит. Его надо судить за бандитизм со взломом. Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть. На Конституцию. В ней записано, каждый человек имеет право на личную собственность. Оно охраняется законом. Каждый человек имеет право иметь машину, дачу, книги, деньги. Товарищи, деньги пока еще никто не отменял. От каждого по способностям, каждому по труду в его наличных деньгах. Следственные органы доводят до сведений суда, что против свидетеля Семицветова возбуждено уголовное дело. Папа! Ничего, ничего, найдешь себе другого, честного.
Если будущее Димы Семицветова вырисовывалось теперь довольно ясно, то судьба Юрия Ивановича Деточкина оставалась еще туманной. Наконец, суд вызвал самого важного свидетеля, Максима Подберезовикова. Уважаемые товарищи судьи, сначала я вел это дело как следователь. Но когда выяснилось, что обвиняемый мой друг, я отказался от ведения дела и выступаю сейчас только как свидетель. Я понимаю, товарищи судьи, перед вами сложная задача. Деточкин нарушал закон, но нарушал из благородных намерений. Он продавал машины, но отдавал деньги детям. Он, конечно, виноват, но он не виноват. Пожалейте его, товарищ судьи. Он очень хороший человек. И отличный работник. А вы не знаете, так молчите. Свободу Юрию Деточкину! Юра! Тихо! Я требую тишины! Или немедленно попрошу очистить зал! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово. Граждане судьи, может быть, я и неправильно действовал, но от чистого сердца. Я не мог этого терпеть, ведь воруют, много воруют. Я ведь вам помочь хотел, граждане судьи, и потому все это вот так получилось. Отпустите меня, пожалуйста. Я больше не буду, честное слово, не буду. Как уже известно, зритель любит детективные фильмы. Приятно смотреть картину, заранее зная, чем она кончится. Это невероятная история, которая неизвестно, где происходила и происходила ли вообще. Подходит к концу. Здравствуй, Люба. Я вернулся.